Привет, друзья! Я сегодня буду раскрашивать куколку Лол русалку. Оригинал. Ну что, начнем. Сначала я начну с прически. Она у нее фиолетовая. Сначала возьму я фиолетовый карандаш. Косички. Вот, косичка будет такая фиолетовая, и все волосы ее. Вот, и еще одна косичка, у нее тут 4 косички. Вот, у нее кос 4, это уже третья, а вот будет четвертая. Вот. И вот такой хвостик. И здесь четвертая. Вот. Теперь можно ее пряди. Вот, ее много, у нее очень прядь. Это русалка. Она всегда море любит и всегда да, такой купальник носит. Всегда. И, конечно, когда она попадается, она без обуви, потому что она же русалка. Теперь можно уже все волосы ее. Вот, волосы у нее готовы. Теперь можно голубые глазки. Глазки будут голубые, поэтому можно голубым фломастером. Вот. Теперь можно розовенькую такую ракушку. Бусы будут. Они будут темно-розовые.
Вот. Теперь ему на черные ее брови. Вот. Вот. Теперь можно ей красные губки. Можно взять красный цвет. Именно малиновый. Вот. Теперь можно кожу раскрашивать. Кожа будет желтая, нежно-желтая. Вот. И теперь вот ручки ее. Еще будет здесь. А вот здесь вот темно-желтые. Теперь можно ножки. Вот. И чуть-чуть оранжевого. Вот. Только на ручках. Теперь можно на ее как бы купальник такой. Можно взять и цвет вот такой. Вот. Вот и вот. Теперь можно, да, хвостик. Вот. И вот здесь. Также повторяем. Посередине вот такой, вот здесь такой. Вот. Теперь можно темно-зеленый хвостик. Вот. Теперь можно ей поясок желтым. Теперь можно рыбка будет золотая.
Можно взять желтый. Вот, вот у нее животик и плавнички будут желтыми. Голова будет оранжевая. Вот. Теперь можно на ей губы. Губы у нее как бы такие розовые. Теперь можно море. Море будет карандашом. Берем голубой цвет. И нежно. Рыбка увидела, что Даша обалдела. Такую красавицу увидела. Она на маленьком берегу стоит, на маленькой горке. Вот это мы раскрасим желтым мелком. Вот, теперь ему на эти чайки. Они будут как бы такие серые. Вот. Ну что ж, моя русалка готова. Лолы, русалка. Кому понравилось, ставьте лайки. Пока-пока.